желаем, чтобы вы через месяц уже все, конец кампании, 7 сентября, день города. Здесь, наверное, какой-то праздник будет или в парке, везде. А 8-го идти голосовать. И вы должны узнать, кто у вас там 3-4 кандидата. Вот наш кандидат. Три всего. Я согласен? Три всего. Да. Забыть тех двух. А вот Дмитрий Владимирович, да. Кошлаков, Крестовский. Его. Почему мы рекомендуем? Потому что коммунисты были очень долго и в Моссовете, и вот Мосгордума, другие партии. У нас почти не было. Мы всегда жестко критиковали. Лужкова это мы практически заставили снять. Что он что-то делал хорошее, но эти, как называют, ночные клубы. А камушки наши, и, как нас обидели. Как этот вот. Да. Игровые автоматы. Это было плохо. Это было плохо, поэтому мы критиковали его. Потом как раз были очень сильные задымления Москвы. И практически мер никаких не приняли. Многие москвичи раньше срока ушли из жизни. Сейчас уже другой мэр. Но Мосгордума должна влиять на все процессы. Увеличивается количество мигрантов. Это не очень хорошо. Мигрантов надо распределять по всей стране небольшими партиями. В основном в сельской местности. Я вот был в Валдае, Тверская область. Там в отставке полицейские чины, майоры, подполковники. У них большие огороды, сады. Есть где жить. Они берут 2-3 рабочих в Средней Азии. И там они им все делают, помогают по хозяйству. И рабочим хорошо. Жилье есть бесплатное, питание есть, безопасно. И они помогают им, потому что одному не управиться. А когда их в одной части города несколько сот, и еще живут в подвале, иногда их кидают, не платят зарплату, то хорошо живут в Северной Европе. И никакого витамина D, никакого солнца, пасмурно, иногда идет дождь, людей мало, тихо. Вот я был в Стокгольме, в 5 часов все закрыто. Магазины, офисы, все ушли домой. И, конечно, им скучно. Перекос. Иди сюда, подойди. Не бойся. Она боится. Три года тебе? Сестру бери. Три годика? Боится. Ну, много людей, она же дома одна, наверное. Сколько тебе лет? 6. В школу пойдешь? Да. А зачем? Ну, а ты же гуляешь сейчас, а в школе уже все, надо учиться, уроки. Я тебе советую лет 8 в школу пойти. Погуляй, потом все, без остановки. Ты не мальчик. Да и мальчик пускай, какая разница. Какая армия сейчас, забудьте уже. Зовут, хотят, их не беру. У меня 2 года назад 2 парня ждут у Госдумы. Я говорю, что хотите? Вот армия, думал, сейчас попросят помочь, чтобы не призывали в армию. Казалось, наоборот. Им отказали. Квота на Москву кончилась. Они надеялись уйти на 1 год после вуза. Я позвонил, их взяли. Они отслужили. То есть сейчас наоборот. Упрашивают. Есть желающие. И взятки дают, чтобы взяли в армию. 10 лет назад давали взятку, чтобы не брали в армию. Закрываешь. А сейчас наоборот. Так что видите, как вы. Витамин D. Сколько людей сгорает витамин D. Какой витамин D? Это же все... Для человека нормальное состояние белая кожа. Как она покраснела, значит, идет воспалительный процесс. Все, ущерб здоровью. Они рад, вот какой загар. Иди к дерматологу и спасай свою кожу. Любят загорать люди. Ну так это люди. И выпить любят, и покурить любят, и поесть любят. И налево пойти, и работа левая, и подруга левая. А что хорошего? А потом кончается плохо. Так что это все. Значит, надо голосовать за наш. Он будет с вами всегда. Дмитрий Владимирович. Он москвич. Вы знаете сегодняшнего вашего депутата? Кто у вас сейчас? Не знаете? Что он вам не приходит? Прием не ведет? Они сверху посадили депутаты. Поэтому они
практически вами не занимаются, ибо власть получили на блюдечке с голубой каемочкой. Почему все тормозится у нас? Чиновников сверху, министры сверху, губернаторы сверху, депутаты сверху. Только ЛДПР, мы снизу. Я приехал в Москву, 55 лет, у меня была койка в общежитии, все. Родителей не было здесь, в Москве, никого. Никто мне не помогал, ничего. Потому что я знал жизнь города. И они знают, наши депутаты, живут здесь, они не чужие. Поэтому здесь от ЛДПР больше пользы, ибо мы снизу поднялись на политический олимп. Все остальные сверху. Единая Россия, Кремль, напрямую. Путин говорит, что это он создавал. Пожалуйста, имеют право. Справедливо это. Сурков сам сказал, что левая нога Единой России. Коммунисты уже 150 лет. Коммунисты. Горит Донбасс. Уже на Донбассе погибло и с той, и с другой стороны 13 тысяч. Как в Афганистане за 10 лет мы там были. Там Брежнев ввел войска и погубил столько людей. А здесь Киев занимается вот таким мракобесием. Нам-то хорошо, мы живы. А 13 тысяч в могиле, а родители? Не родители, дети. Да. И сколько детей там погибло? Же можно? Что это? Гражданская война. Да. Это опять они устроили. Потому что, когда казаки запорожские попросили войти в состав России, принцип был один. Они православные, а поляки их насильно окатоличивали. И они пошли в подданство. Их было 60 или 80 тысяч. Все. Запорожская степь. Никаких городов. Казаки жили... Так сказать, у них такие небольшие строения, дома, а городов они не строили. Они тоже как кочевники в основном. А что сделали коммунисты? Отдали им Харьков, отдали Донбасс, отдали, значит, Екатеринославль, Одессу. Все отдали. Ну, а теперь они это забрали с собой, когда незаконно расчленили страну. И Крым еще дали. Да. Сколько же можно? Все дарим, дарим. Царь собирал земли русские, а эти чудаки раздавали. И сейчас они все еще шумят. На Украине их запретили, там нет коммунистической партии Украины. А у нас они в Думе сидят. Поэтому за него голосовать. У него нет предрассудков, предубеждений. Этот человек не от партии власти, которые у власти. Чего им бороться, раз они уже у власти? А КПРФ и справедливо это уже... Не годится никуда. Это вы все должны понять. Сейчас у нас деньги есть, ресурсы есть, люди есть, а результаты слабые. Почему? Люди разучились работать. Не умеют. Боятся. Частная собственность все еще боятся. Ну, вам убрали домоуправление, ДСЖ, и управляющая компания. Чего хорошего? Вам приходится их бегать, искать. И они повышают цены на все услуги. И на лекарства цены растут, и на продовольствие. А почему? Посредники. 4-5 посредников и повышают. Убрать посредников. Мы предлагали. Наценка 20%. Вот молоко от коровы стоит, условно, там 20 рублей. 10 рублей, ну пусть 20. Наценка 20%. Значит, 24 рубля. А стоит 50. Хорошо, я к примеру говорю, когда-то тогда, сейчас уже и под 100 может быть, да. И у коровы уже не 20, наверное, может быть 30, да. Но в три раза розничная цена выше себестоимости, и мясо дешевле, фрукты, все дешевле. Вот черешня первая появилась в Москве, 400 рублей килограмм, а в Ташкенте 5 рублей, в 10 раз, не 50. 50. 10 раз в Москве дороже. За что? Вот перекупщики. За то, что Москва. А лекарства? Лекарства, лекарства и дорогие. Да. И врачи рекомендуют в основном импортные, да. Поскольку они имеют что-то от, да, фармацевтических компаний. И не всегда эффективно действуют. Почему? Потому что врачи заинтересованы, чтобы вы чаще ходили, с вас получают деньги. Фармацевты заинтересованы, чтобы вы чаще в аптеку ходили.
То есть рестораны заинтересованы, чтобы к ним чаще ходили. В больницу они ждут больных, потому что все услуги почти платные. Вот это вот проблема. На Западе там по-другому. Там не посредник, а там страховая компания. Вот вы малоимущий. Вы пришли к врачу, 80 евро прием стоит, терапевт любой. Вы заплатили, но вам дают квитанцию, вы идете в свою страховую компанию, отдаете, вам 80 евро вернули. Рецепт выписали, вы в аптеке платите за лекарства, но вы отдаете страховую компанию и, так сказать, вам возвращают деньги. И сейчас уже и ходить не надо. У вас есть смартфон, приложение, да. Вы рассчитались со всеми и с вами страховая компания. По нулям. Вы были у врача, а за вас везде прошли счета, вы не должны. А кто не является малоимущим, страховой компании его нет в списках подлежащих компенсации. Он платит свои деньги и все. А когда мы доживем до такого времени? Вот, потому что только начали. Да. Коммунисты это все превратили в государственные поликлиники, государственная больница. Но, а сейчас мы переходим к частной медицине, а страховое дело еще не развито. Даже автомобили там мучаются. То одна компания, то другая, то третья. То есть ломать нельзя. Мы все время ломаем. Царскую Россию поломали, советскую поломали, ельцинскую поломали и сейчас. Да, вот можно переезжать все время. Вот дом стоит, поломали его, едете в другой, тот поломали, все, да вы что. Люди переезжают один раз и тут всю жизнь вспоминают. Да мы 25 лет ждем, когда нас переселят. Камушки много страдали. Да. Да. У вас хрущевки там или какие-то? Хрущевки, да.